дети читают стихи. Александра Тряпицына, 7 лет, город Гатчина. Николай Орлов, на пустыре была война. На пустыре была война, по всем законам шла она. Мальчишки, дома номер 5, на нас решили наступать. Мы твердо дали им отпор, держался насмерть целый двор. Пришла пора нам наступать, в бою ведь надо побеждать. Поднялся Мишка, мой дружок, воткнул свой автомат рожок и крикнул голосом чужим: «Вперед, в атаку, победим!» Раздалась дружная «Ура!» и снова началась игра. Огонь ряды наши косил, пришлось залечь, не стало сил. Но Мишка все кричал: «Вперед! Всех пристрелю, кто не пойдет!» Но как продвинуться вперед, когда в упор бьет пулемет и гибнут все мои друзья? А там и очередь моя. Я подскользнулась и упала, и когда в луже я лежала, мне стало страшно. Подрастем, вдруг правда на войну пойдем. И будет Мишкин крик «Вперед!» И будет бить нас пулемет, и будут умирать друзья. От пули упаду и я. Мне расхотелось вдруг играть, плетусь домой и сразу спать. А завтра нашей детворе я заявлю на пустыре: не надо нам в войну играть, никто не хочет умирать.